Кто-то впервые демонстрирует свои вокальные данные, для кого-то эта сцена уже знакома. Сам конкурс патриотической песни «Своеобразный старожил», он проходит уже 19-й раз. За это время на нем побывали сотни участников. Вот и в этот раз почти со всей области на творческие состязания съехались юноши и девушки от 15 до 26 лет. С каждым годом растет и сценическое мастерство, вот, и подбор репертуара. Как бы раньше однообразно, сейчас больше репертуар написан. Вот. И занимаются, и стремятся, конечно, и много очень хороших звезд вырастает уже на нашем конкурсе. У нас есть поддержка вот, молодежи, именно такой талантливой, творческой молодежи. У нас 4 года подряд был утвержден грант губернаторский, вот Николай Васильевич Денин, спасибо ему, и президентский грант. И у нас уже 4 года подряд получали ребята, и сегодня будут уже выступать те, которые были, они уже вне конкурса идут, которые получали. Так что это очень большая поддержка. Понятное дело, что не все везут с собой почетные дипломы лауреата или победителя конкурса. Да, наверное, и не все ставят перед собой такую цель. Для кого-то просто важно показать. Я люблю петь, и особенно песни о своей родине, земле, отчизне. Игорь Мерчук, Александр Друсинов. События, Брянск.